Ну, мы очень рады, что поступил запрос в Генпрокуратуру о законности признания стран Прибалтики и в целом все эти беловежские соглашения. Мы неоднократно говорили, что это все действия незаконные. Конституция СССР не предусматривала никакого распада страны, как и любая другая конституция. Если кто-то хочет выйти, референдум, все процедуры. Таких процедур не было проведено. Поэтому все, что произошло 8 декабря 1991 года, незаконно. И мы в Думе в марте 1996 года отменили ратификацию Беловежских соглашений. Поэтому надо исходить из правовых документов. Нет ратификации, значит нет СНГ и стран Прибалтики. Их признание Горбачевым или Госсоветом, там, временным органом, которого тоже не было в Конституции, ни в одной. Это незаконно. Мы рады, что пришло время собирать камни. По оборонке усиливать мы полностью поддерживаем. И в первую очередь наука. И нужны новые ракеты, новое оружие, лазерное, магнитное, природное, погодное. То есть вот это в Прибалтику пришли американские танки, мы их там оставим. После того, как русский флаг будет над Ригой, Вильнюсом и значит, Таллином. А американские танки будут в музее. Обратно американцы ни один танк не заберут. И вся территория бывших союзных республик – это зоны национальных интересов России. Все, кто там находится, незаконно. Американцы там оккупанты, и никакой латышской армии не должно быть, эстонской, литовской и так далее. Тем более Украина. Везде будет русский флаг и одна армия русская. Все остальные будут или вышвырнуты с этих территорий, или в лагеря на крайний север. Вот такая нам нужна оборона, армия, спецслужбы и депутаты. Не размазня, которые сидят, молчат по 10-15 лет, а чтобы это были мощные, сильные депутаты.